Сегодня 21-й лунный день. Луна убывающая в знаке Тельца. Здравствуйте! Сегодня день откровений, открытий, духовного преображения и преодоления сомнений. Под его влиянием возможно внутреннее преображение. Будьте открытыми тому, что придет сегодня. Желательно быть в обществе единомышленников. Их мнение поможет на многое открыть глаза. Сегодня также день освобождения от долгов и тяжелых состояний. Хорошо в такой день покупать мебель и недвижимость. Благоприятно в дни Тельца посадка и пересадка всех видов корнеплодов – картофеля, свеклы, моркови и тому подобное, особенно при убывающей луне, если вы не успели сделать это в дни плодов. Они медленно растут, но плоды особенно хороши для длительного хранения. Всего вам доброго!